А где, док? Как где? А он сейчас с твоей мамой. И твоя очередь пришла. Нет. Не так быстро. Док! Не бойся меня. Не подходите ко мне. Я не причиню тебе вред. Вот, последняя 18-я кассета, которую просила передать тебе мама. Посмотри ее, и ты сама все узнаешь. Милая, с 18-летием, если ты смотришь эту кассету, то, скорее всего, меня уже нет. Есть кое-что, что ты должна знать. Док — это твой настоящий отец. Он был любовью всей моей жизни. Но мужчина, которого ты считаешь своим отцом, разлучил нас и сказал, что отомстит всеми возможными способами. Что и произошло. Надеюсь, ты теперь понимаешь, почему я так поступил. Я всю жизнь боролся за твою мать. Я делал все, чтобы ее вылечить, но у меня не вышло. А он хотел еще отобрать тебя у меня. Пап, прости меня. Глупышка, это ты меня прости. А ты подписан на мой телеграм-канал? Ссылка в описании.